Всем здорово. Сейчас я вам покажу мой коктейль после тренировки, когда мне лень готовить. Погнали. Итак, для этого коктейля нам понадобятся овсяные хлопья, креатин, обезжиренное молоко, протеин и банан. Кладем ингредиенты в блендер. Банан, 30 грамм протеина, 5 грамм креатина, 100 грамм овсяных хлопий. Заливаем все это дело молоком. Добавляем совсем немного воды. Дальше блендер все делает за нас. Коктейль готов. Поскольку молоко немного холодное, я хочу его немного подогреть до комнатной температуры. Все готово. Ваше здоровье.